Блин, мне уже кажется, что пора записывать видео. Надо, блин, это поскорее исправить и записать. Итак, ну что ж, всем привет, друзья, с вами снова Эхолар, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу новую версию карты Айсланд. Досматривать обязательно до конца, видеоролик получился невероятно годным. Ставьте, конечно же, свой лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые видеоролики. И не забывайте, конечно же, еще про мой телеграм-канал, там выходит просто куча всяких разных новостей, и они реально очень интересные. Ссылочка, конечно же, как обычно, будет в описании, и мы начинаем. Прямо сейчас я вам покажу эту новую версию карты Айсланд. Наверняка вы все видели первую нашу версию, получается, которая есть в Чикенгане, вы на ней уже все играли, она такая, так сказать, даже маленькая, не особо интересная и даже сказать скучноватая. Но что если существует вторая версия карты Айсланд, которая может быть добавлена в Чикенган? Я вам покажу только фрагмент этой карты, потому что полностью не получится показать этот видеоролик, потому что, возможно, тогда моему каналу будет очень плохо и, в принципе, да. В общем, во избежание лишних проблем, я вам просто покажу один фрагмент этой карты, которая может быть переделана в Чикенгане. И вот так вот могла бы выглядеть вторая версия карты Айсланд в Чикенгане. Или же это была бы даже, например, как новая карта. Или даже, возможно, с другим названием. И ее бы также просто бы добавили в Чикенган. И было бы реально очень здорово. Просто посмотрите, какая она масштабная. Даже по одной этой фотографии уже видно, что карта очень большая. И на ней было бы реально очень интересно играть. Ну и, по крайней мере, гораздо интереснее, чем на нашей первой карте Айсланд. Но я считаю, что можно было бы завести не просто карту, а добавить к ней еще какие-нибудь интересные плюшки, например, добавить новых мобов, например, вот этого призрака, которого вы все знаете, вы все его видели. И для этой карты смотрелось бы реально, ну, очень круто. Потому что пиратский остров, так сказать, и вот этот призрак, ну, это реально очень крутое сочетание. Или, например, эта новая карта была бы с новым испытанием, найди какое-нибудь сокровище от пиратов, это тоже было бы реально очень классно. Сражались бы также, например, две команды, красная и синяя, и кто победит, и, в принципе, кто заберет это сокровище, ну, и клад пиратов. Также можно было бы завести какое-нибудь новое, крутое пиратское оружие, которое очень бы смотрелось для этой карты и, в принципе, было бы отличным дополнением в Чикенган. Ну а кому интересно, в общем, ссылочку на канал создателя я, конечно же, оставлю в описании, и там вы сможете посмотреть полный ролик, о чем я говорю в этом видео и что, в принципе, это за карта. Ну и, в принципе, можете писать свои идеи в комментариях, что бы это была за карта, с каким режимом или же с какими новыми добавлениями. Ты просто красавчик, то, что досмотрел до конца, конечно же, еще не забывай переходить на это видео, оно тоже очень классное и очень годное, я тебе реально советую досмотреть его тоже до самого конца. И, конечно же, не забывай еще ставить подписочку на канал, колокольчик и лайк, чтобы не пропускать новые крутые видеоролики. Ну и, в принципе, мне реально будет очень приятно. Ну а с вами был Эхолар, до скорых видеороликов и всем пока!